Еще в детстве эта девушка четко знала, кем хочет стать. Пока все мечтали о театре, модельном бизнесе или учительском ремесле, Аня Каравацкая всерьез интересовалась парикмахерским искусством. С тех пор девушка не изменила своей мечте. И вот сегодня она мастер 6-го разряда, самого высшего. Кстати, в этом году героиней нашего сюжета профессиональное совершеннолетие. Со дня, когда она впервые взяла в руки ножницы и расческу, прошло ни много ни мало 18 лет. Однако Аня не только опытный парикмахер. 3 года назад мастер освоила еще и маникюр дело, которое сегодня успешно преподает в образовательном центре «Имидж». Чтобы уметь работать с людьми, нужно сначала любить людей. Вот. То есть, когда ты любишь людей, тебе хочется создать красивый образ. То же самое и в маникюре. Вот почему мне нравится, когда хочется, чтобы из того, что видишь, сделать гораздо красивее. Вот. Наверное, поэтому. На счету ее достижений множество наград. Все за успехи в парикмахерском деле. Однако, возможно, после Интерстиля-2015 багаж побед Ани пополнится еще одним дипломом. На этот раз в номинации «Мужской маникюр». Демонстрировать жюри свое видение этой косметической процедуры мастер будет во второй раз. Директор образовательного центра «Имидж» Татьяна Гулевич в шутку называет предстоящее выступление реваншем, поскольку в прошлом году прямо перед выступлением у модели сломался ноготь, и Ане пришлось выходить из положения буквально на ходу. На этот раз мастер поедет на конкурс поучаствовать в номинации «Мужской маникюр». И этому есть свое объяснение. Она парикмахер-модельер 6-го разряда. То есть за время своей работы она достигла наивысшего звания в качестве парикмахера. Она, конечно, специализируется больше на мужских работах. Поэтому и маникюр она выбрала мужской. И задумка у нее была такая, что работая парикмахером и предоставляя мужчинам красивую стрижку, современную, модную, хотелось бы дополнить образ и маникюром. Не зря есть такая номинация «Мужской маникюр», чтобы можно было увидеть, что есть и что можно сделать. Вот, то есть мужские руки – это особенные руки. Соответственно, ногтевая пластина больше и... Ну, может быть, показать мужчинам, что все-таки нужно ухаживать за руками. Кстати, в конкурсе могут принимать участие все учащиеся образовательного центра. Главное желание. Призеры чемпионата «Стиль и красота» в дальнейшем составят сборную страны, которая будет покорять творческие олимпы Европы и мира. Учитывая потенциал и настроение Ани, есть надежда, что ее имя попадет в почетный список победителей.